Вот приехали мы на вторую строительную. Сегодня 6 мая. Вот он, 62, квартира 16. Тут все эти труды мои были сделаны. Вот она. Так, забирай все остальное. Два туфля. Проходи, ничего не маячь руками. Бери лесенку, заходи быстрее. Это бесполезно. Вот прямо нарочно. Чужое хватает, а это нет. Открывай. Надя, ни слова не гундеть. Сказали, бери, схватила, побежала. Нет, чужие вещи рассматривают. Вот она ключ открывает. Так. Свету-то нету. Открывай. Давайте лесенку. О, вот мы пришли в эту комнату. Вот по окружности взять 12,8 метра. Сейчас я скажу, сколько. Раз, два, три метра ширина и 4 длина. Вот дырочка была, это кошка влазить. А вот это подпол. Закрывай за собой дверь. Это вот печка, которую я делал, а потом, ну видите, она не нужна, разобрали, то все это вытащили с нее. А вот соседская труба в одну трубу заходила. Это неправильно. Так, все. Я говорю, дверь закрыть бы? Нет? Да еще ничего нет. Откройте, закройте пока. Дышать. Боже, мне не надо. Я сказал, зачем же мне это повторять? Дышать. Кому не надо дышать? На улицу выйдите. Так, открываем. Я выйду. Так, мерзко между тобой не разговаривать. Я просил. Так, открывай. Дело в общем, сейчас расскажу. Когда мы насчитывали здесь в этой комнате насчитаны были Библия, Архипелаг, ГУЛАГ. 12 томов Иоанна Златоуста, 12 томов Жития Святых, Добротолюбия, 50 томов примерно. Вот это единственное окно, вот где-то вверху, тут у меня стоял вентилятор, гнали. Вот здесь моя кровать была, вот здесь вот показано это. Тут стояло одновременно 12 магнитофонов «Маяк 205». Закрывалось быстро, в течение там полминуты. Вот здесь стол стоял, и стол вот так крышка открывалась, она у меня там есть. А тут «Украина-2». Пишущая машинка. Когда по энтеру бьешь вот так вот, так у меня там полностью исчезло. Выбил. Я тут сидел не знаю сколько. Вот здесь большая та картина, которая в церкви, там Христос на Голгофе. Ну и здесь у меня одно окно. Здесь иконы. А здесь три этажа. Вот оно даже видно, где цеплялось. Вот оно. Вот тоже. Видишь, забитая. Вот она. Пробка. О, плотно как. И гвоздь загнутый. Вот она где, и вот тоже. А ее нельзя было сдвинуть. Здесь тоже было все. В два этажа, на этом вот уровне. И там все застилалось. Вокзал тут почти рядом. С вокзала приходили люди. Ночью здесь у меня ночевало 11 человек. Не на полу. И был у меня момент такой. Надежда Васильевна, кажется, в Новосибирске болела. А я здесь с бомжами возился. Ключ убрал. И они приходят у меня здесь. Кому надо, спят. Еда готова. И пошли. Ну, естественно, я с ними разговаривал. Вот когда приезжали с Заокской академии, адвентисты 7-го дня, Бутов Вадим. И там подошел один человек, такая кладистая борода, седоватый. Подошел, улыбается, и говорит, кто же он такой? Стучать не надо, а зачем открыла? Да там стояли, потому что... Ну, пока, бери, делай, ладно. И говори, это вы меня не узнали, я говорю, а кто вы? А вот к вам ходили бомжи, так это я один был из них. Дальше я еще не знаю, поговорил или нет. Теперь буду открывать сейчас. То есть у меня вот здесь вот, как называют, хлебница была. Вон там дырочка еще осталась. И там пустота. Я продолбил, убрал, и заклеивалась обойная бумага клетками. По клетке разрезана, и она вынимается, и даже не видно, где, в каком месте. Но я стучу, они-то знают. Я не... Один был здесь, вот у меня вот здесь, вот под окном. Там в конуре все нашли. Но один тайничок здесь был, или два. Подпол. Я сейчас покажу этот подпол. Они не нашли. Я прятал пленки. Насчитанное житие. Да больше ничего не было. Я так боялся, столько труда пропадет. Ну и получилось так, что уехали. Тут меня посадили. Я там и не вытащил. Сейчас сегодня мы приехали проверить, там-то или нет. Понятно? Так, просьба уйти оттуда. Надежда Васильевна. Ну, я открываю тайник, где пленки были. Это сейчас не сделать, это бесполезно.
Открывай двери. Нам надо здесь, надо проверить, потом туда пойдешь. Все, машет рукой. Не махнуть? Нет, над собой нуль. Все, я это делаю. Проверь. С 10 мужиками легче поправиться, чем с одной бабой. Такое же непослушание, такое самомнение. Зачем это нужно? Я там на картошку убрала и перчатки. О, вот оно как. Это можно не достать. Леночка, я хотел взять Сережу, он куда-то слился в это время. О, да хватит. Ага. Ой-ой-ой. Вот она. Как раз, главное, как раз. Она, эта лесенка у меня была наверх здесь лазить. Ты смотри, не установишь. Так. Я специально надел резиновые. Вверху коляшка не широкая, а которые широкие сапоги, туда вся пыль будет. Не дай бог оборвется, сломается. О, тут полы не наложила, это надо не твоя полынь-то. От разных насекомых ты что-то тут сделал. Против бесов, говорит. Так, лопата далеко? Лопата. Да даже не дает. Помощник у меня сегодня. Так, давай ведро. Чем-то мне. Я расскажу как. Здесь трамвайные... Дерматин. Да, это дерматин. Я ходил. Завел дружбу. Они хорошие такие были. И что получается? Хулиганы-то сидят под собой пилят. И они вырезают это, новое делают. А которые вырезают, я договорился, они мне стали отдавать. А я кусочки эти режу. Стою. Сшиваю. Мне помогала Лисина, из них палатки стали делать и... Я не против, чтобы подняли оттуда ее. Она такая хорошая, что можно будет даже забрать. На, туда ее дальше под окно поставь. Под окно. Думаешь, я и вынесу? Это маленько ты же, да? Только мне не вступит. Здесь чего? Держи. Так, вот это быстро принимай. Как встань на
коленку. Не могу на коленку. Другому тоже некому передать. Над головой не тащите, только в сторону сразу, а в ту сторону. Не надо, я подержу. Не надо мной не носить. Просьба очень большая, на меня не кладите. Видишь, это слой кирпича, слой. Подальше сразу, не уронить. Какая-то плита где? Тяжело тащить. Не тяжело, не лезь. Там земля есть. Я пускаю ниже, вот так натягивай. Чтобы она не опрокидывалась в дорогу. Еще.
списке. Следы туда вход был, я говорю, только не трогайте эти доски, вот сейчас говорю, там шлак, и сейчас весь шлак засыпет мою картошку, и все продукты там, говорю, засыпет, я не смогу справиться, они не стали трогать доски. А что это, они не нашли тоже. Вот сколько интересно, они целые, но главное, что мышами. Пошел. Вера. Там же лес куда сбросать деньги. Там же есть место, куда сбросать. Ну, тащи, вытащи. Девочка, вытащи. Не, беру? Вытащи, мешается же. Так, подожди. Не трожь, это разрешение не трогать. Значит, мне тут плохо будет. Да. Головой не носите, сразу в сторону. Иначе не подбьете в голове. Спаси, Христос. Не видать, чего там даже. Не ну, неужели бы они у меня искали вот так лопатой рыбы? Даже в нашей глубине бы они не нашли уже. Было бы еще искать. Давай. Игнатий, а там же есть место, вон в угол туда сбрасывать-то.
давайте. Еще там же есть. Давайте. А, ни слова не говорите, бесполезно. Не слышу, ее рот развивает, пыль глотаю. Вот, ну, там же он не был свободный. Почему он куда-то не бросает? Да. Что там с коньяком? Да буду определять. Есть там что или нет? Что успели? Ядро. Ну, у нас сейчас уже нет. Мне кажется, что еще. Видишь, мы сидели вот картинки. Сейчас я все начну с той стороны. Боже, все есть. Вот где под... Так, ядро давайте. Нет. Держи. Урод. Так, давай ведро. Господи, помоги. Thank you.
Доска по размеру. Это тоже настораживает. Ничего себе, как здесь это потом. Еще тут катушки вылезли. Там тоже катушки? Да. Тоже запись. Оригинал. Если меня будет засыпать, вы сразу из комнаты выбегайте туда. Не будет. А тут не колодец. Не будет. Что не должно сдвинуться. Сумку не нашли, да? Потом. А? Не взяли сразу. Не взяли, да? Вон куда пошла. А может быть там, может быть там. Все-таки рюкзак был крепкий. Что-то глубоко закатал, дальше дождь, дальше. Полочек можно? Давай. Есть. Давай. Забирай. Вот дальше идет. Хорошо. Светло, да? Это что-то меня не стараются. Не думаю, не надо. Я, конечно, не помню еще, как я попал. Ну, что спрятал тут, это я знал. Смотрите, там вашу машину никто не тронет? Нет. Посмотрите. Кто-нибудь там надержит? Держи. Давай, давай. Стань.
Давай. Вера. Майна, это ко мне. Вера. Сос. Спасите наши двое. Save our world. Ну, в чем еще можно? Я же объясняю, что эта коробка была предназначена именно в духовке. И кирпичи везли тоже там же, в этой коробке. Печку же развалили, но с другим хотя были мы, таксистом. Давай. Так, давай. Давай. С той стороны не лучше будет это видно на цвете. Ну все делать. Вот этот слой, похоже, здесь и стенка идет. На духовку очень похоже. Ну-ка давай. Сюда не пробьешься, может стенку выломать, да, через стенку. Иди машину проверь. Надежда. Давай. Вот немножко накладываю, тяжелое.
Интересно, смотри-ка. Вот. Какая интересная, сидит на камень. Подаем ведро. Вот тут бы был ломик, как-то тогда бы хорошо было. А как еще не сделать? Мои кусочки. Где же ему взять ломик? Теперь я уже понимаю, что тут было. Давай.
Я рукавички не взял. Кто не взял рукавички? Нет. Сейчас принесу. Так, иди принеси сумку сюда. Я ожидал, я такое делаю. Ломика надо, ломика. Без ломика мне не взять. Значит, еще раз. Вот на какой глубине. Еще никогда не нашли бы они, если бы кто не сказал. Ну ты личико покажи свое, лицо-то покажи свое. А мы когда поселились, Надя, здесь же не было подвала этого. Погреба не было, спрашивал? Не было. Был маленький, ты просто... Тут хозяин, который жил, а тут убийство, самоубийство было. Здесь самоубийство, здесь и здесь. Кажется, три самоубийства было. А зима, и они не знали, чем топить. Они доски вырвали, мы пришли, тут досок нету. И досками этими топили пол. Ну, а когда нам дали, то мы еще зашли тут. Тут ничего нету. А раз не было, это... Они как-то столбы вот эти не выбили. Если бы выбили столбы, я бы не знаю, что еще делать. Балки оставались вроде бы. Видишь, какие балки хорошие. Ну, еще сказать. Вот не сказали, у нее ломика-то никакого нету. Что-нибудь такое долблящее. У меня дома ломики хорошие. Сечка. Об этом даже ни грамма нет. Думаю, тут песок. А оно все слежалось, и, видать, тут попадало снег. И оно утрамбовалось, как цементом покрыто. Ну а что, закрыло-то? Ты не полезла, другой бы полез. Надо открывать. Может, там и все. Она и тогда тоже было бы долго работать. Вниз пошла стена, не взять. Надо вовремя остановиться. Приехать придется с ломиком и тогда продолбить. Выдергу, молоток. Вот этот, вот так вот вырубить надо вот. Размер духовки. Вынести все, тогда она покажется. А тут глубина какая еще? Глубина. Полметра. Полметра. Сейчас иду. Сюда. Давай, Лиза. Давай.
Господи помилуй. Я обломила. Если обломит, со мной десятку сломаешь. Не знаю. Если она чужая, не бери. Вот это я говорю, если чужая, не бери. Она приедет домой. Кто ей не знает? Да подожди. Тихо. Что делать? Перестаньте. Да. Одежда. О, слава тебе, Господи, живой вылез. Слава Богу. Ну, что сказать?